Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Выражаю огромную благодарность своим зрителям, зрителям своего канала, подписчикам своего канала за то, что очень хорошо отреагировали на мою просьбу и подсказали мне о том, как я могу отсоединиться от этого абордажа пиратского, как я могу отсоединить свой канал от партнерской программы на YouTube. То есть отклик был моментальный. Мне пришло где-то порядка 500-600 писем. Я, честно говоря, не ожидал. И вот этим своим роликом и тем, что я открыл все свои ролики для просмотра, я сообщаю всем своим подписчикам, всем своим зрителям о том, что мой канал наконец свободен. То есть свершилось. Я отвязался от этой партнерской программы и теперь являюсь совершенно независимым. Я не знаю, из-за чего это произошло. То есть я предпринял несколько действий, которые порекомендовали мне мои зрители. Не буду сейчас называть конкретные имена, потому что конкретно не знаю, что, какая ситуация мне конкретно помогла. Опишу лишь, что я сделал. Первое, что я сделал, я закрыл все свои ролики для просмотра. Тем самым я вот... Кто-то из зрителей прислал мне соглашение, по которому заключает Rec Studio свой как бы контракт. И в нем было сказано, что если 3 дня подряд будет идти менее 200 просмотров на канале, то автоматически канал разрывается. А значит, я закрыл видео, оставил только одно, где описал, что Rec Studio это являются мошенниками. Второе, что я сделал, я написал примерно такую информацию, что я, значит, такой-то, такой-то, являюсь правообладателем канала такого-то, такого-то, и требую незамедлительно разорвать наши партнерские отношения в связи с тем, что я их с вами не заключал ни в письменном виде, ни в устном, ни в каком-то другом. И причем я указал то, что эта копия письма является зарегистрированной у моего адвоката и нотариально. И все это сделал, то есть русским языком написал и перевел, написал на английском языке. Тоже поставил по адресу, который порекомендовали мне мои зрители. Спасибо вам, это город Ставрополь. Город Ставрополь вообще мой любимый. Самый город. Очень достаточно много я провел там времени, у меня там друзей достаточное количество. Оксана, привет тебе. Женя, привет тебе. То есть достаточно близкий родной город, который выручает меня уже не первый раз. И третье, что я сделал, это вот в меню зашел на YouTube и послал, значит, просьбу о том, чтобы разорвать контракт именно вот с YouTube. То есть там в настройках такая вот штука такая есть. Ну, буквально через 3 дня пришел мне ответ от Rec Studio о том, что благополучно они разорвали как бы контракт со мной. Но в своем послании я также указал, чтобы они вернули мне деньги, которые они заработали на мне. Ну, не знаю, как все это. А может быть, кстати, и то, что я выпустил ролик с тем, что Rec Studio является мошенником, может быть, это сыграло свою роль. Лора, что ты спряталась? Может быть, это сыграло свою роль. Вот. То есть, вот смотрите, 4 действия, которые я предпринял, но результат меня вполне устраивает. Мой канал является теперь не на абордаже, а в свободном плавании. Спасибо вам, мои зрители, то, что вы у меня есть. И я объявляю то, что я продолжаю снимать свои ролики и продолжаю отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам, мои любимые подписчики, мои зрители моего канала, мои друзья. Заслужите доверие, заслужите уважение в отношениях с животными, собачками, кошечками и так далее. И у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Успехов! Спасибо вам!